композиция нашей программы, музыку, в которой написал немножко Робби Кригер, немножко Манзарек, немножко Леша Марков. А слова к ней написал Максим Волков, то есть там много чего. Называется она «История музыки». Под музыку народ, взаимные влияния накапливались впрок. На почве их слияния оформился арт-рок. Затем внезапным образом век джаза наступил. Ян Тейс в Женевском озере все палки утопил. Стал в институте синтеза работать, как завлад. Единственно ходил куда, так это в контрфлаг. 100 лет прошло и 1000, за ними 1000000. А рокеры по-прежнему ходили в клуб «Катон». Там было непроветрено и тихо, как в гробу. А все сидели, плакали и слушали трубу. Над миром темы Гершвина раскинули крыла. В подвалах позаброшенных акустика цвела. Везде валялись гипсоны, засохшие в пыли. А Мингус и Сеговия правительство вошли. Но эра автоматики на праздник нам пришла. И на вершину Моцарта и Баха вознесла. О, это были тёртые, крутые мужики. Они людей аккордами лечили от тоски. И каждый по достоинству за это их ценил. И каждый с ними встретиться и выпить сноровил. Один тащил им красного, другой коньяк дарил. За музыку ритмичную, как мог, благодарил. Не выдержал признания и спился Иоганн. Он часто без сознания валился под орган. Лежал там без движения и тихо повторял: «Май гад, какое жжение! Напрасно я грял!» Но бах, плюя на колики, по новой поддавал. А запад лоб закатывал и звуки издавал. Их точно сымитировать я право не берусь. Так новый стиль оформился с названием кратким «Блюз». Вальс проклюнулся, бибоп его сменил. И новыми находками музона семенил. Но Глинка все новации использовал во зло. И мало что из этого до нас потом дошло. Искусство стало исподволь на психику давить. Но нет такого способа прогресс остановить. Пока Нижинский дергался и прыгал, как гиппон, японские ученые изобрели тромбон. Приходом телевизора закончился бибоп, и стали все показывать не косвенно, а в лоб. Эпоха электричества смела вишневый сад. Кино в больших количествах наличествует сад. Кто может что-то четкое сказать наверное?
развивается, сменяются века. Ни сумма ужасного не спережился, нет. Проходят стили разные, и все, мой друг, и нет. Краткая история сцены. Yeah.